как у тебя дела, расскажи мне. Да ничего, я ездил в госпиталь. Угу. Ну что, там спина болит, голова болит, говорю, блядь. Угу. Почки болят, нахуй. Ну короче, ничего не устраивает их, блядь. Посмотрел, блядь, 3 укола, блядь, сделал, нахуй, ну, я имею в виду 3 дня. Покололи, блядь, с собой дали 3 укола еще, блядь, диклофенак. Говорит, все, ехай, блядь, на позицию. Ну и... Понятно. И, блядь, я попытался поспорить, блядь, он мне лекцию прочитал, говорит, блядь, ты понимаешь, блядь, твой организм адаптировался уже ко всему, блядь, ко всем этим хуйовым условиям, блядь. А, блядь, пришел мне тут нойз, блядь, короче... Ну, говорит, отсюда уезжают инфаркт, инсульт и пневмония. Ну, так сейчас тишина? Да нет. Нет, все так же продолжается. Нет. Да. Ну что, я даже не знаю вообще, какая-то жопа происходит. Ничего абсолютно, никаких новостей, ничего. Ни по телевизору, ни в интернете. Да. Вообще, мне прислали статью... Последний раз было у них там заседание, ну, в Кремле, по поводу Минобороны. И потом мне там знакомые прислали статью, что после Нового года будет опять мобилизация. 1 000 000 хотят набрать, и 300 000 женщин из них будут. В общем, уже будет всеобщая мобилизация. Наверное, до последнего россиянина, пока у всех не угробит. Все может быть. Даже вот пишут, что расстреливают ребят, кто отказывается идти. Ну, это, конечно же, все не афишируют, а кому удается выбраться оттуда, тот говорит, что да, есть и такое. А что, война все спишет? Конечно. Где там чего случилось? Вообще ужас.